Антонина! Слышь меня? Это я! Кто, кто? Кобыла в пальто! У кого-то вчера была, Анна! Твой спит? Спит? Буди его, заразу такой! Вчера и поднял стопку, и за здоровьем окошко и сломал! Какая кошка? Я говорю, окошко мое сломал! Дай пусть стреляет в стекло, вставляет сам, идиот! Подожди, мне звонят, не бросай трубку, слышь меня? Я говорю, меня отлично бросай, сейчас иду. Иди. Кто? Это Жека. Какой Жека? Стекольщик. Какой кольщик? Не звала я врача никакого. Иди отсюда, алкоголик. И Жека, стекло. А, стекло! Ух ты! Господи, я не слышу. Здравствуйте. По заявке. Ну, это у нас... Стекольщика вызывали? Вызывали, чуть немножко пахнуло как-то. Из подъезда. Я знаю. Большой лист. Да гуляли вчера, Виктор Шуин взял стопку, вот раз, да, и окно разбилось настежь. Так лист большой? Какой лист? Стекольный лист. Да я то ли его мерила, чем его мерить буду? Чем? Откуда это? Окно и окно. Кого я знаю? Оплатить как будет? Сейчас еще. Вот им это. Сам пусть будется и встает и платит. Рамы сквозные или... Уже не знаю. Иди, а, Христа ради, иди. Кого ты меня спрашиваешь, что знать не знаю. Я женщина. Антонина! Дай буди Виктора. Кого? Виктора буди, пусть деньги дает. Стекольщик пришел, сам делать будет. А у меня денег нету, все пропили. Дай буди его. А? Давай, буди его. Подожди, опять звонят, не бросай трубку. Что же не такое-то? Прорвало, что ли? Кого? Кто? Стекольщика вызывали. Кого? Стекольщика. Какого стекольщика? У нас работает уж стекольщик. Кого ты? Так это я просто из окна выпал. Дожили, а? Бочки из-под пива, молоко. А культура обслуживания, нечего сказать, пива нет. Ой, люди, вы знаете, мы катимся неизвестно куда. Не стыдно? Ты что делаешь, а? Что делаешь? Валера, подожди, ну ты что творишь, а? Ну... Где справедливость, а? Ну ты что сделал, а? Ну как я теперь не похмеленный все утро? Хмелен, у тебя совесть есть? Есть! Есть! Сколько? У тебя есть? У меня давно есть! Сколько вчера бутылок было? Сколько? Три! Три! Сколько выпил ты? Три! Три! А я где был? Вы опоздали, не надо! Опаздывать! Не слушай, Вова! Вова! Ты где был в таком виде? Мне с тобой неинтеллигентно стоять! Че ты в таком виде? Да мы только вчера с тобой посидели! Ну? Я отошел, у меня машина как по ногам даст! Я упал! Мне конь как заедет в челюсть! Я подпрыгнул и на рога оленю! Откуда у нас конь? Да ты слушай дальше, самолетом мне крыло вот так, как Дессене, и ракета мне между глаз, как заедет, крал. Ну, конечно, Валера, извини, но мне кажется, ты трындишь, я тебе не верю. Ты мне не веришь. Я тебе не верю. Ты мне не веришь. Не верю. Не верю. Иди спроси у директора карусели. Разрешите? У меня место заняли. Разрешаю. Угощайтесь. Взаимно. Спасибо. За компанию. За ее.
Я бы даже усугубил тост. За мужскую компанию. За нас. Ибо на мужиках держится все. И производство, и быт, и проблемы. Согласен. До решения проблем. Сейчас, кстати, заведение закрывают. Есть предложение продолжить у меня дома. С удовольствием. А ты где живешь? Рядом. На Пролетарке, улица Коперника. И я на Пролетарке, на Коперника. Земляк. Земляк. Зато дорогу точно найдем. А дом какой? 7. 7 дом. И я 7 дом. Ну ладно. Серьезно, а квартира? 12. Я в 12. Да ладно. Коля, сынок, а ты что, Слово поняла, что ты сейчас сказала. Я твое алиби знаю наизусть. Вы поехали на рыбалку. Рыбы, конечно, не поймали. Тогда Эдик, твой друг, собутыльник, предложил купить бутылку водки. Потом показалось мало, вы взяли пиво. Потом еще водки, потом снова пиво. И потом все ребята предложили поехать к девочкам. Все поехали, а ты не поехал, так? Так. Нет, Антон, ты не поехал, Антон, потому что тебя не взяли. Ты в таком состоянии никому не нужен. Каждый раз, Тоша, одно и то же. Я ведь не железная, Антон. А ты знаешь, который сейчас час? Нет? Счастливые часов не наблюдают. Да? Да, Антон! А сейчас уже 3 часа ночи. Блядь! Иди спать, сволочь! Слава Богу, что я пришел не в 12. Ну, мужики, за нас. Давайте. Хорошо сидим. Я ведь в последнее время на охоту хожу. Без ножа, без топора и без ружья. Да ладно. Че, ладно. У меня сейчас 2 собаки. Чара и Жакуня. Я им говорю, Чара, Жакуня, козел, следы. Слушай, часа не прошло,
Они загоняют мне в огород козла. Да откуда у вас? Как я еще не ударился пальнуть него? Да откуда у вас там козлы? Да козлов много у нас. Козлов хватает везде. Везде? Я подхожу ближе, а он не блеет, мычит. Сосед Савелий нажрался на четвереньках. Слава богу, шульный пальнул. Козел он и есть, козел. Шо, дурак, давайте за нас. Ну давай. Ты, конечно, с оружием поаккуратнее. По новым технологиям, без ружья, да, ну, закусывайте. А мы в прошлом месяце с батями Коняхинами пошли на охоту. Ну, ружья у всех фирменные. Коняхины знатные, охотники. Ну, они говорят, что Евлампий, не посрамишь вашу породу? Я говорю, давайте сначала посмотрим, что вы можете. Вот. Ну и что? Не догнал. Тихо. Ты ж заяц. Ай. Ну, а у тебя, Клим? У меня, ребята, особый случай был. Охота на волков. Меня приложили друзья охотиться на волков. Развешали красных флажков. Слава богу, их в те времена хватало. Я лег немножко отдыхать. У меня ружье соответственно. Я ждал волков. Ну, перед этим немножко жахнул, это же охотнику без этого не бывает. И я лег и немножко, как вот говорят, ну, дал то хропака. Ну, немножко, конечно. О, просыпаюсь, и меня окружает страшное количество волков. Страшное количество, человек, наверное, 48, примерно, понимаете? И они зубами лязают, понимаете? Передо мной стоит вот этот их вожак, и он так улыбается, у него зубы, как свечи запорожца, не меньше, понимаете? И он на меня афут на своем волчьем языке, он пугает, типа, а, попался, мол, вот такой парень, попался. Я нелегком не деланный, понимаешь, но дело в том, что они у меня украли ружье, или они, или кто-то, может, проходил мимо, понимаешь, и я без ружья шел. Я, конечно, задушил бы там, может, штук 5, но не всех не смогу, они же опасны, понимаешь, они аф на меня, аф, конечно, это собака, но некоторые волки на собачьем языке афтают, понимаешь, и они типа, ну что, понимаешь, и я их дал, и так вся бригада за мной, понимаешь, каже один, другий ему отвечає, конечно, упи. І за мною. Я як дав і чувствую, я побіждаю. Не, тривається, бо я диву, скорость розвіє сумасшедший стріж, понимаєте? І де-то на 718 кілометрі в мене счетчик стоїть, я коли був розвіє в школі, мені поставили. Як ото в машині, він мене вважає, знав точно, скільки я пробіжав. І я смотрю, гора і пропасть. Конечно, другий бы растерялся. Что делать? Гора пропасть сдают. Не, я не такой парень, понял. Вы знаете, вот, вот. И я разбегаю, и летчицкую куртку я вот дал, и как белка летяга, 4 круга, понял. А они смотрят на меня, а я им типа, даже дулю успел сделать. Знаешь, у нас куртку было, но я успел одной рукой. И потом вот так вот покружился, вниз пускают волки, представляешь, но уже импортные, они якось другого плана, у них хвости якісь покручені, на импортном языке волчат. И они за мной, я тікають, понимаю, куда деваться? Зима, лето. И я бегу, и смотрю, растительность не наша, то ли Африка, то ли Монголия, понимаешь? Я, конечно, разогнався и смотрю, величенне дерево, я як дав с местом, и хапа за ветку зацепив. Я могу держаться на той ветке четверо суток, я столько подержався. Вони кажуть, що я їм дулю скрутив опять, понимаєш? Ви що, а вони ж голодні, понимаєш? Вони всі, вони йди сюди, мені там рисуємо волчі музики. А я вийшов і чувствую, все летають. Одна рукачик, у мене вже опізнали. Імпортні наші, вони завжди. То вже вони мішаніна, понимаєш? Вони визивали своїх друзів імпортних. І я чувствую, це рука опустила на одну вісю. А в мене семечки, я полускав чуть-чуть, викинув і вийшов і чувствую, здаю силу, понимаєш? І в мене так рука розгибається, ну десь, мабуть, 4 часа я ще висів. І потім ми чувствуємо, не розгибаю, і я вже кажу сили, і на самому головному пальці, на оцьому, на указательному, я, о, ви мене із титана, я потім покажу, я коли був в розвідшколі, от потім. І я висів, і чувствую, що вже здають метал, понімаєш, метал вже не видержує от цю страшніші нагрузки. І, о, і зюй, ай-яй-яй, і мене поліс розглядається, і цього я не можу, і я геть в них туди прямо. Кучу упал. Ну? Ну? Клочья! Вот так. Ну давай. Губит людей не пиво, губит людей вино. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Фамилия? Ленивцев Майкл. О, Михаил. Ленивцев Михаил. Курс? Третий. Третий курс. Ну, вы знаете, куда вы пришли? К вам. К вам. А что мы сдаем? Мы?
напитки разные. Правильно, мы сдаем экзамен по... По сдаче экзамена. По дегустации виноводочных... напитков. Правильно. Вижу, Ленинцев, что вы подготовились хорошо. Ну, а где сдавали практику? Практику я не сдавал, я просто проходил семинары у дедушки в деревне были там, знаете. У нас это дело все любят, знаете, дни рождения, банкеты, вся семья. И дед у меня это, и прадед, и отец, и... И бабка. И бабка тоже. Бабка тоже гнала? Был грешок. Гнал, да. А еще где... А, значит, да везде. Везде. И да? Даже коктейли с девчонками делали. 12 девчонок и я. Они смешивали, а я. Это хорошо. Ну что, перейдем к экзаменам, так сказать, по дегустации виноводочных. Давайте. Давайте. Ну что ж, давайте, пожалуйста, мы, Ленивцев, попробуем, понюхаем вот этот напиточек, что, откуда, где, как, год выпуска, урожай, страна, и желательно побыстрее не ошибаться. Я его поднимаю, ой, извините, привычка просто. Сейчас. Так это понятно. Виноградники молдавские по Пуштяну, урожай 1999 года и производство завода Мименеску. Красный октябрь? Да. Ага. Можно выпивать? Хорошо. Хороший. Это хорошо, что вам сразу понравилось, Ленивцев. Ну, а вот этот напиточек, пожалуйста, тоже самое, та же задача. Я... Не торопитесь. Да. Ага. Но... Да я уже все понял, что вы за наше дело. Нюхаем, пробуем. Уж не... Уж... Что уж? Уж не ушли в бокале сидел там. Запашок какой-то такой немытый бокал. Сейчас, извините. Да вы, я смотрю, комик. Так это французское вино, урожай 1968 года, провинция Прованс, из серии вин «Жутидит вилен толе ланге францез». Марка «Эпрене». Совершенно верно. Хорошо. Ну, а... Ну, а вот это вот попробуйте, пожалуйста. Вот эту вот штучку чуть-чуть надо. Маленькую дозу не разобрать. Разберем. Это у нас муравьиный спирт, разбавленный денатуратом. 17 градусов крепости. Дрянь жуткая, но пить можно. Молодец, Ленивцев. 5. Но если вы отгадаете, что и это же напиток, то место аспиранта вам обеспечено. У вас на кафедре? У меня на кафедре. Это что, каждый день тереть на шар? О, каждый день дегустировать. Дегустировать? Давай. Вот смотри. Травка борзянка здесь. Бородавочник степной. Немножко желендакус, листья желендакуса. И, о, корешки лаванды. Какой букет, профессор, честно скажу. Название не знаю, но такой аромат. Это мое произведение. Отлично, профессор, отлично! Но если ты мне скажешь, сколько здесь градусов, диплом у тебя в кармане. А мы сейчас попробуем, и я все скажу. До 67. Слабак! Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашем уютном, теплом, шикарном, кайфовом ресторане-баре. Бармен Афиноген. Кеша. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне неудобно, я первый раз в баре. Это очень хорошо, что вы посетили наш бар. Нам выдали зарплату сегодня и премию в институте. И я думаю, дай зайду, выльну. Вы правильно сделали, что пришли именно в наш бар. Вы не пожалеете. Вы знаете, у меня такой нескромный вопрос. Я слушаю вас. Потом все спросят, где ты был. Я скажу, в баре. А бар не знаю, почему так называется странно. Финтикуль. Финтикуль? Ну что вы? Это название в честь известного господина под именем Финтикуль. Простите мою серость, я не знаю, кто это. Что вы? Это известный
польский бармен, который обосновал сеть ресторанов, баров в Варшаве, который пользуется страшной популярностью не только в Польше, но и у нас в России. А эти известные, всем известные финтифлюшки, разве вам ничего не говорят? Это он? Конечно, он! Финтифлюшки? Да, это все он! Потрясающе! Конечно, конечно, потрясающе. Конечно. Но раз вы к нам уж пришли в наш бар, Кеша, то я могу вам предоставить... Финтифлюшечки? Не, ну что вы, это слишком скромно. Коктейль от Финтикуля. Да вы что? Да, коктейль от самого Финтикуля. Никогда не пробовал. Что вы, это так здорово, секундочку. Коктейль вообще-то... Да, это... вот так вот, прошу вас, и вы не пожалеете. Он не крепкий? Что? Что вы, что вы, что вы? Ну-ка. Что вы, самый раз. Да в нем, я смотрю, такие составляющие, которые... Конечно. Раскрепощают. Конечно, я же смотрю, у вас пошел румянец. Такая вещь, да, которую стоит в жизни отведать. Но вам понравилось? Очень. Но если уж вам понравился этот коктейль Финтикуля... Очень понравился. Очень понравился? Очень. То я бы мог вам предложить огненный коктейль от Финтикуля. Скажите, а это не опасно? Ну что вы, что вы? А он не крепкий, а то у меня, знаете, я должен себя контролировать. Я младший научный сотрудник. Нет. Сегодня вы забудете об этом. Какой цвет. Хорошо. Как, Кеша? Из чего он состоит? Сюда входит несколько компонентов. Молоко, которое дает энергию, сахар, который дает силу, и сам огненный Финтикуль. Что он дает? А сам огненный Финтикуль дает мысли, куда деть энергию и силу, Кеша. Меня простите, что это мне не нравится, как этот мужик на меня смотрит. Особенно, когда я пил огненный Финтикуль, а? Что ты уставился, а? Кеша, ну что? Что ты уставился? Кеша! Я же скачал! Кеша! Что ты уставился? Что вы делаете? Все. По-моему, с огненным Финтикулем я переборщил. Клава! Клава, вызывай милицию! Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Помогите, пожалуйста, чем можете. Вы одно из двух. Либо работаете директором отбойного молотка, вот, хотя не похоже, либо, откровенно говоря, пьем-с, да, пьем-с. Пьете? Пью, но я лепщик. Лепили что у нас? Что лепили? Горбатого, понял. Поможем, значит, зафиксируем вас. Фамилия? Крамер. Крамер. Знаете, фильм такой был, Крамер против Крамера. Знаете, была смешная ситуация. Но я флюгер. Крамер против флюгера. Да, а с какого года пьем? 82-го. С чего началось? Толчок был какой-то? Позыв, посыл? Толчок был сильный. Кто толкнул? Жена ушла. Жена ушла. Я бы, наоборот, радовался. Ну, ладно, значит, доза какая у вас полтора. Сейчас? Полтора. Чего полтора? Литра. Литра. Помогите. Все доносите или в пути теряете сколько? Теряю. Сколько литр? Литр теряю. Значит, 0,5 доходит, значит, да? Значит, только... Помогите выйти. Видно, что он доходит и оседает. Помогите выйти. Поможем. Значит, судя по тому, вы нигде не работаете, да? Видите, вы в пробор даже не попадаете. Значит, начнем с бесплатных методов, с дешевых. Дозу просто снижаем с 0,5, значит, и до 200 грамм. 200 грамм. 200 грамм в день, и все. Через неделю ко мне приходим, если нет, будем искать другие пути. Ну ладно, давайте, 200 грамм в день. Все, привет. Лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла.
Крамер. 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 Я вас помню. А почему в таком состоянии? Я же вам рекомендовал 200 грамм в день. А вы сегодня вот сколько выпили, например? 200. Ну, это же от вас. Вы же у меня пятый доктор. А для вас было еще 4 доктора. И каждый доктор по 200 грамм, это будет литр.